Камога! Вот, первые бойцы пошли мимо. У меня тоже было хорошая нагрузка. Квадрицепсы все аккуратно можно размять. Не, он не хочет там еще наесть на ресницы сделать. Мы делали это при расположении 4, 2, 3, 1. А здесь такая работа. Начало стандартно. Получается, мы приходим сюда инсайд. Очень важно, чтобы вы не были в лиде. Идет передача, ставим опорному. Опорный выводит этого игрока. И вариант диагонали. Идет передача инсайду. Ставится сброс. И от опорного уйти сюда за ось, идет доставка, завершение. Во фланг сброс и от центрального защитника та же диагональ. И получается, мы прорабатываем зоны как за... На лестнике, чуваки, начинаем сначала с лавом. Наконец работаем лицом. Правым боком вперед назад, вперед назад, вперед назад. Быстрее походим, вращаемся, 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 живее. Оп. Плотненькие уже пошли, передачи здорово. Прямому видно, что ты будешь тут бить. Прямому, да. Вот Нелька сейчас стояла, видно было, что он будет тут бить. Вот у Маши сейчас было. Давай, Антон. Просто не обманывать никогда. У нее сейчас могло свалиться просто, и она попала в правое. Да, вот так вот. Сравняли. Жутая карточка.
Хорош, Юр, на хорошей ноте. Я так смущаюсь. Слишком близко. Лин, расскажи нам, как отметил 14 февраля? Замечательно. Подробности будут? Да, мне пришел букетик. Прикольный. Красивый. Живой из ромашек, или естественно. Не-не-не-не, мне пришла доставочка, мне позвонили в номер, и пришла доставочка. Очень приятно. Да, так она ждала. Да! А ты как поздравила своего молодого человека? Выложила в личные лучшие друзья сообщение, фотографию нашу. Наложила музыку. Все тихо и со вкусом. Может, какой-то гол сегодня ему посвятишь? Или очень? Я только пенальти забила. Ну, я посвящаю, давай. Данечка, я посвящаю тебе сегодня свой пенальти с 14 февраля. Твоя вторая половинка дома. Тань, как ты относишься к пенальти? Что значит как? Ну, тебе нравится их отражать, участвовать в этих сериях? Ну, это классно, когда отражаешь. Ну, это достаточно часто получается. Секрет какой-то есть или случайность? Нет, это просто заслуга тренера, который научил. Много отработаешь от ребят? Сейчас уже нет. Ну, из тренировки в тренировку просто пытаюсь определенные моменты пробовать. И все, нюансы определенные. Кто, на твой взгляд, из вратарей лучше всех в серии пенальти? Где? Вообще в мире. Вообще в мире? Ну, вообще мне нравилось в Германии еще, по-моему, лет 5 назад чемпионат был. И в Германии, по-моему, Ангер, вот она с игры 2 пенальти потащила, но в итоге команда выиграла. То есть, и она мне запомнилась. Я до этого ее не смотрела, вот, а потом как-то был матч, и я увидела, и мне она понравилась. В мужском футболе? А в мужском? Буффон. Непосредственно. Отлично. Все, побежал, пока.